Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, и сегодня в этом видео мы с вами обсудим несколько новинок по каталогу номер 19-2017. Итак, первое, что, конечно же, у меня на глаз упало, я сразу же заказала 3 штучки, дочка себе заказала 1 штучку, ну и 2, конечно же, на подарок оставлю, открывать уже не буду. Вот, это, конечно же, коллекция, новая коллекция миниатюр с новыми ароматами. Ароматы меня порадовали в составе, и, конечно же, я заказала 3 штучки. Дочка попросила себе 1. Вот, говорит, удобно такие мини-версии носить с собой, что вроде бы 15 мл многовато, а вот именно что упаковочки, да, тут они идут по 7 мл, что ей очень нравится с собой носить, в сумочке, там, в колледж, еще куда-то, да. Вот, и, конечно же, тут идет аромат Beauty Cafe Caprice. Да, очень классный такой насыщенный, терпкий, женственный, оригинальный аромат. Любимый аромат моей сестры, она очень любит. Далее идет аромат Пандор, он очень стойкий. Beauty Cafe тоже стойкий. Аромат Пандор — это такой насыщенный, терпкий аромат абрикосиков. Вот, эту водичку, конечно, много кто хвалит, но я вот с нею не подружилась. Я люблю водички с долей свежинки. Если вот Beauty Cafe Caprice, она мне нравится, вот, то Пандор не нравится вообще, да, но ее очень много хвалят, и девчонки прям советуют ее в чатах друг другу, и все, ну, как бы на вкус и цвет, получается, товарищей нет. Далее идет вот как раз моя любимица парфюмерная водичка Пуртужур, легкая, ненасыщенная, такая... слегка такая, чуть-чуть там есть цитрусика, чуть-чуть есть каких-то фруктиков, да, то есть она такая невесомая. Это свадебная вода, когда Алексей Геннадьевич Нечаев женился на своей жене, вот они создали такой вот свадебный аромат. Далее, значит, это далее, так, это у нас получается Фейрик, да, новая парфюмерная водичка. Это ванилька сладкая, такая насыщенная. Дочка очень ее любит, очень прям любит. Она любит и Фейрик, и Сенсуэль, и вторую Фейрик. Обе прям сразу же, вот я только обзор сняла, она зашла ко мне в комнату, говорит: мама, какой аромат это, чем, покажи, покажи. Я ей показала все, тут же она даже без этого, без флакончика, да, флакончик взяла, без упаковки, без крышки, сразу же к себе, я говорю, крышку хоть забери. Да, то есть крышечку она забрала. Вот, и третья водичка, это Букет Жардин, это очень оригинальная вода, я ее до сих пор как бы особо не расчесывала, она идет на любителя, очень-очень оригинальная, это ярко выраженная цитрусовая кислинка с горчинкой одновременно в перемешку, то есть первые ноты такие, потом она раскрывается какими-то вот... как даже сказать, фруктами, и очень напоминает мне аромат кокет, да, то есть уже ноты сердца или шлейф, вот они идут как аромат, очень похожий с ароматом кокет, да, вот кто попробовал кокет, да, уже поймут, что это за водичка. Очень классное, я бы так сказала, сочетание миниатюр, мне понравилось, я с удовольствием буду дарить и буду знать, что понравится это людям, да, то есть вот такая вот красавица упаковочка, артикул 31.94, она идет в упаковочке такой вот полиэтиленовой, вот если взять целую версию, да, то она вот, видите, тут пленочка как бы, да, я думаю, заметно. Вот, я думаю, что это и есть героиня моего видео, потому что это, ну, просто обалденная коллекция миниатюр от компании. Очень хорошо все описано, как называется, состав тут есть, да, и все такое прочее. Шикарно, шикарно буду дарить. Вот, далее, значит, тоже такая вот красота. Заказала 2 штучки, ну, новогодние подарки кому-нибудь сумму из девчат. Вот, артикул 42009. Что тут есть? Тут идет блеск для губ 1 штука и резинки для волос 2 штуки. Ну и, конечно же, красивая упаковочка. Давайте открывать. Вот. И вот так вот выглядят резиночки. Довольно они мягкие, приятные, но да, не скажу, что слабенькие, но ой, улетела 1. Ну и не скажу, что тугие. Да, то есть вот такие вот резиночки. Ну, самое то на нежные детские волосики. Ну и такой вот блеск для губ.
который можно повесить, да, вот на шею и ходить с ним на шее и периодически губки на губки наносить этот блеск. Вот он так открывается тут вот снизу, да, и вот он такой вот обычный, да, бесцветный, чуть-чуть блестит, пахнет дынькой, что ли, или бананчиком, скорее всего бананчиком пахнет. Вот такая вот красота. Вот отдам, конечно же, племяшке открытую упаковочку или кому-нибудь из деток. Так, резиночку надо найти. Тоже, ну, здорово, что компания Faberlic стала такое выпускать, потому что у меня, допустим, вот племянница, она ярая поклонница компании Faberlic, ей все хочется из Faberlic, и она прям пищит от восторга, когда видит вот такие вот наборы, ей хочется, у нее сразу загораются глаза. Но все равно наши девочки, наши дорогие девчата тоже хотят, как и мы, хорошо выглядеть. Итак, следующий подарочный набор такой вот очень интересный. Это витаминный крем для рук и витаминный крем для душа, гель для душа, да. Клюква и земляника. Аромат полностью совпадает. Это чистое сочетание клюквы и земляники. Очень яркий, очень насыщенный. Вот, витаминный крем для рук, он на самом деле хорошо смягчает и увлажняет. Вот я сейчас попробовала. Ну, прошло буквально минут 3-4, все, ручки сразу стали ровненькие, симпатичные, и его не видно на руках, он не оставляет жирного блеска, он впитывается быстро, что очень приятно. И гельчик для душа тоже, как бы, такая вот идет полнометражная, я бы так сказала, полная версия. Он тут вставлен вот в такую вот дырочку, как вы видите, да, то есть таким вот образом достается. То есть идет 200 миллилитров. Тоже как бы насыщенный аромат и у крема, и у геля для душа. Вот такая вот красота. Тут немножко было вот, кстати, замарано. Открыла, так вот уже и было. То есть вот так вот и пришло, по идее. Так, артикул у этого средства 2378. Шикарная вещица. Далее, такой вот подарочный набор. Венди Авантюрс, мужской набор. Тут идет кислородная пена для комфортного бритья и бальзам после бритья успокаивающий. Вот, мужу эта пена нравится, он пользовался ей сколько раз, говорит, отличная вещь. Бальзам тоже понравился, артикул 0560. Да, то есть, и пахнет он такой невесомой свежестью. Ой, океаном, вот горами, вот на самом деле он очень вкусно пахнет. Вот, также пенка для бритья с экстрактом эдельвейса и кислородным комплексом Novoftema 2 облегчает процесс бритья и делает его максимально комфортным. Ухаживающий бальзам после бритья устраняет покраснение, чувство жжения, оказывает смягчающее и увлажняющее действие. Вот такая вот красота. Тут есть состав кислородной пены и состав как раз вот этого бальзама для бритья. Бальзам для бритья 75 миллилитров, пена 200 миллилитров. Вот такой вот коробочке. Тоже все на подложечке. Это все было в целлофановом пакетике, да, то есть все добавок еще зафольгировано. Он светленький такой, беленький, обычный. Да, и тут, конечно же, написано уже подробнее про него, что для мужчин с чувствительной кожей, склонной к раздражению и шелушению. Вот. Также идет уникальный биотехнологический комплекс, мгновенно ликвидирует раздражение кожи, восстанавливает защитный слой, увлажняет, смягчает, нормализует. Миндальное масло есть в составе, которое смягчает, питает кожу. И вот экстракт эдельвейса, который успокаивает кожу, снимает раздражение. То есть, ну да, вот для чувствительной кожи, и Novoftema 2 для глубокого проникновения кожи, да, в глубокие слои кожи, да, то есть проникает и насыщает кожу еще и кислородом. Вот такой вот наборчик, очень красиво оформленный, приятно будет его дарить, да, как вы понимаете, все здорово. Вот, далее парфюмерный гель для душа Beauty Cafe, классно, очень вторит аромат, 150 миллилитров. Эти гели для душа, они всегда хорошо пенятся, вот, они идут просвечивающие, такие густенькие. Давайте посмотрим с вами, да, то есть, ага, тоже идет зафольгированный, я, видите, его еще не открывала. Вот таким вот
не хочет отрываться. Да, то есть вот он такой, видите, он густой и, в принципе, ну, не очень-то, да? Вот. Но аромат прям точь-в-точь бьюти-кафе. Именно бьюти-кафе, очень приятный аромат, очень мне понравился. Именно вот вторит этому аромату. Отличная новинка, очень хорошая. Далее вот такие вот водные спреи. Эти водные спреи как бы уже обновились, они стали дешевле, меньше миллилитров. И в составе что-то там было убрано и добавлена отдушка, да, то есть вот, то есть артикул 113-28, это просто великолепный аромат, мне он очень понравился. Этот освежитель идет на водной основе, он не вредит вам, да, то есть он не просто убивает на повал все ароматы, и которые вам не нравятся, но он еще и не вредит и также осаждает частицы пыли вниз, да, то есть если вы, к примеру, проводите генеральную уборку дома или просто влажную уборку, вы прошлись этим ароматизатором, да, то есть прошлись по квартире, частицы пыли сели на пол и потом спокойно пол моете. Тоже как бы здорово, мне это очень нравится. Он идет 250 миллилитров. Аромат, ну, просто замечательный, да, вот таких цветов нежных, приятных, классных цветочков. Далее идет апельсин с корицей, ну, это натуральный аромат апельсина с корицей, корица очень сильно преобладает, я такой аромат не люблю, вот, он мне сильно неприятен, меня раздражает, если честно, да, то есть я его сразу же сейчас отдам. Хотела и все-таки попробовать новую версию, вдруг апельсинчика тут побольше, потому что ароматы апельсина я люблю, корицу, ну, терпеть вот ненавижу, просто вот, а тут прям корица-корица, понимаете, ну, кто любит, тот, конечно, с удовольствием будет его приобретать, и он очень сильный, насыщенный такой аромат, и долго очень держится. Я его сейчас пораспыляла в прихожей, буквально вот час прошел, и я пошла из своей комнаты на кухню, и он до сих пор, этот запах там стоит. Вот, вот представляете, какой стойкий. Далее, конечно же, очень такой нежный, классный аромат спелого сладкого яблока. Это водный спрей-освежитель воздуха, тоже идет с артикулом 113-31, также 250 миллилитров, очень приятный. Очень приятно, очень классно. Ну, вещи, в принципе, полезные. Да, только вот апельсин с корицей прям, ну, не люблю. И все, я тут вот. Вот. Далее, такая вот приятная новинка. Я, конечно же, она пришла в такой красивой коробочке. Но я все разрезала, чтобы почитать и сфокусировать вам и состав. И чтобы вы посмотрели, да, то есть тут это идет многоцветная пудра для лица, модные правила, вот, 11 грамм, также тут идет срок годности и все, и вот на нее аннотация. На самом деле пудра хорошая, мне очень понравилась, вот у нее большое красивое зеркало, что очень мне понравилось, и, конечно же, вот, вот она сама такая и есть. Так, как-то бы сделать ее посветлее для вас, чтобы вам было лучше видно, да? Вот такая вот красавица пудра. Давайте же я попробую, да? Вот, смотрите. Так, это немножечко поблескивает, да? Тут еще вот есть такой оттеночек, да, более светлый. Тоже немножко поблескивает. Этот такой темный, насыщенный оттеночек. Она нежная очень такая. Неженка. А этот вот такой вот, видите, красный, да, это что-то типа пудры. Ну и давайте с вами попробуем. Вот, значит, этот. Вот этот, ну, он самый нежный, да, такой. Вот этот такой блестит, да, он немножечко. И вот этот. Угу. Ну вот, и самый-самый большой. То есть классная пудра. Можно также ее смешать все вместе, да, и также вот наносить на лицо. И у вас получится такой смешанный оттеночек. Ну, здорово, конечно, да, мне нравится. Очень буду с удовольствием пользоваться. Можно смешать, можно кисточкой, можно спонжиком. Спонжика, кстати, в составе нету.
Но я не пожалела, что заказала. Артикул 62.19. Вот такая вот новинка. Ну и сейчас будут уже не новинки, но очень нужные вещи в дом. Во-первых, у меня закончился универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Он был не по акции, вот, но я все равно его заказала, потому что он нам нужен в дом. В доме есть малыш, который любит пачкаться фруктами, да, то есть она вот вчера ела гранаты, вот как раз очень нужен вот был этот универсальный жидкий пятновыводитель, которого в доме не было, он закончился. Артикул 111.51, 150 миллилитров, он выводит все, практически все, если не с первого раза, то со второго. Очень много вещей мы им спасли, очень много кухонных полотенец мы им спасли и так далее, и так далее, то есть вещь классная. Наносите на пятно и в машину, и пусть оно там стирается, но немножечко дайте ему поработать, минут хотя бы 5, стирку не запускайте, да, то есть дайте ему поработать, и все будет замечательно. Вот такая вот классная вещь. Универсальный спрей пятновыводитель. Ну, это, конечно, не новинка, далеко не новинка. Далее идут такие вот носочки Флоранж. Это я дочке заказала. Обычные. Они идут в составе, идет тут модал. Артикул 354-827. С низкой посадочкой. Они 200 с чем-то рублей стоят. Не очень-то, да, плотные, но, вы знаете, они реально износостойкие, да, тут есть F, что это Флоранж, они реально износостойкие, классные, вот тут как за ними ухаживать, да, то есть состав, да, то есть 41% хлопок, 41% модал, 17 полиамидс и 1 эластан. Тянутся великолепно, дочка носит с удовольствием, их вот заказала, по-моему, третьи носки ей всего лишь за полгода, вот вообще они классные, они прочные, их надолго хватает, и, ну, в общем, загляденье они носочки, приходят они в такой упаковочке, и тут все расписано, что это, какой размер и так далее. Вот. И, конечно же, бюстгальтер я заказала от Флоранж, тоже балконет заказала специально, чтобы, видите, он и не кремовый, и не белый, и такой вот у него оттеночек приятный. Я решила, что вот он мне очень даже подойдет, да, лямки с логотипчиком Флоранж, как вы видите, идет регулируемая лямка не на всю длину, а на 1/3, я так понимаю, да, вот получается. Где-то 1/3 регулируемая лямка, да, то есть вот такой Флоранж. Все очень качественно, хорошо прошито. Это я вам сейчас покажу его снаружи. Тут 3 ряда петелек, тут очень мягкая такая поверхность, которая не будет никогда вас натирать. Все хорошо сшито, прошито, все идеально. Тут лямочки отстегиваются, и вы можете носить этот бюстгальтер как чисто как балконет. Тут вставлены такие вот антирастяжечки, чтобы грудь держалась хорошо, да. Ну и размер 80B, чуть-чуть немножечко он мне оказался маловат. Все-таки я так понимаю, что мне нужно заказывать Флоранж С. Я попробую заказать С. Ну и B тоже буду носить. Маловат он мне, ну, вообще незначительно. Да, то есть если 80B белье Фаберлик на мне сидит просто идеально, то вот тут Флоранж надо, мне кажется, заказывать на размер больше. Объем груди нормально, все нормально, именно чашечки, да, то есть, ну, немножечко не поместилась грудь. Вот, тут такой вот идет логотипчик Флоранж, тут вставлены косточки, а тут тоже по всему периметру чашечки идет косточка, тут ровная поверхность без всяких швов, что мне очень понравилось, мне это очень важно, вот, чтобы не натирало ничего, да, то есть все очень аккуратно сшито, как вы видите, прошито, ну, такой вот неприметный бельишко, очень симпатичное, которое приятно одеть, приятно носить, можно его отрегулировать и все такое прочее, качество, конечно, замечательное. Стоил он около 800 рублей, с моей уже скидкой, да, то есть 20% скидки, где-то 1000 рублей по цене каталога он стоит. Просто классно, очень хороший, да, мне он понравился. И как раз вот есть же у нас одежда, да, которую нужно носить, она или полупросвечивает, или одежда на бретельках, или еще что-то, да, то есть очень удобно, можно носить его на бретельках, они в глаза кидаться не будут, да, будут под цвет одежды. Или можно отстегнуть бретельки и носить просто так. Но вот вы знаете, девушки с большой грудью,
Хочется сказать, что вот все равно надо носить с лямками. Если грудь очень большая, то я не скажу, что будет выпадать, но вот, допустим, тут нету вот этих силиконовых вставочек. Я не знаю, как оно будет держаться без лямок. Я мерила с лямками, мне прям идеально, мне очень понравилось. И грудь таким красивым полукругом над бюстгальтером, и все, и как бы здорово. Мне очень понравилось это белье, оно комфортное. Вот, единственное, что нарекание, вот мне кажется, что силиконовых тут вот вставочек не хватает. Хотелось бы, чтобы они были, вот знаете, вот как бы прилипает к телу, да. Но опять не все их любят, да, потому что очень часто, когда я раньше заказывала много нижнего белья, меня спрашивали: Аня, там есть силиконовые вставки? Посмотри, пожалуйста, внимательно. Скажи нам, если они есть, мы заказывать не будем. А мне вот наоборот их надо, мне их хочется. Вот. Как-то уже больше 2 лет прошло, я заказывала комплект белья в компании Faberlic. Флоранж тогда еще был не с нами. Вот, объединение было совершенно недавно. И вот недавно, вот только на днях я посмотрела, что у меня одна силиконовая вот тут штучка, она потрескалась, начала отходить. А само белье, оно до сих пор не деформировалось, оно до сих пор отличного качества. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Буду рада вашим подпискам, буду рада снимать для вас обзоры.